Мне никогда не приходилось бывать в тундре, где так много щебня. Однако, как только я приехал в Тикси, мое сознание соединилось со склоном сопки, который покрыт этим гравием. Так, я вдруг вспомнил, но это не моя память. Где-то живет во мне какие-то воспоминания, да, о том, что значит идти хрустеть этим краем. Ты же по этому краю хрустишь. Да, и почему-то это очень важно для меня. Никогда не было идти по склону сопки и хрустеть краем. Очень важно. Почему-то представлялось, меня засыпал. Мне представляется такое медное солнце, освещающее ноги в таких сапогах. В сапогах каких-то древних очень сапогах. Вот и по этому краю. И в этом есть какой-то восторг. В этом есть восторг, в этом ощущается что-то очень древнее и важное. Тундровое. Я даже не знаю, тундра это или еще что-то. Это безумие. Все эти сопки, они хранят все это. Тишина. Суеты от городских стрессов. Тихо выравнивает. Выравнивает чувства. Выравнивает. Есть в этом что-то очень заунывное и одновременно сладостное и радостное. Густое. Есть в этом что-то обволакивающее. Обволакивающее, радостное, небесное и тундровое, и земное. Можно просто слушать тишину. Возникает от того, что ощущаешь, как тебе вдруг без всяких усилий начинает возбуждаться, начинаются запускаются процессы восстановления исцеления. Не нужно никаких усилий, наоборот, нужно стихнуть. Огромное-огромное пространство соединяется в тебе. Огромное. Ну вот что-то скрыто в этой сопке.
очень древние. Как будто какой-то мудрый старик. Просто приятно быть с ним. Древний старик. Веселый. Совсем не злодей. Но он особенный. Долго-долго быть с этим. Покуда эти знания раскроются.